узнать. Ну, вы, короче, пишите комментарии, которые хотите. А потом на следующий день, например, открываете это видео, под которым вы написали комментарий. Но вам нужно будет выйти из своего аккаунта и попробовать найти этот комментарий. И если вы его не найдете, ну, значит, она вас удалила, забанила. Удалила ваш комментарий. И в таком случае вы просто берете и записываете видео об этом. Да, вот я так и делал. Так и сделал. У меня есть одно видео такое. Ссылка в описании. Да, она меня забанила за комментарий. А потому что ей не нравятся, как я уже сказал, те, кто говорят о ней в другом каком-то ключе. Не в том, который ей надо. Понимаете? Вот ей надо, чтобы они правильно всегда все говорили так, как ей надо. А правильность у нее своя. А другой правильности нету, понимаете? Только ее правильность есть. Вот. И, короче, я вам еще кое-что скажу. Комментарий вам сейчас свой дам насчет вот этого вот. Да. Короче. Вот она оглашает всякие штуки, которые относятся как бы к не совсем легитимным документам, потому что они там профсоюзы вот эти вот, ну, СССРовские, вот эти вот советские, они, короче, пытаются всю правовую штуку дальше писать. Понимаете? Дальше ее пытаются писать. И вот они ее пишут, чуть ли не каждый день там, короче. И потом вот она это все дело озвучивает. И вы такие сидите, слушаете. И такие: о, да, ты правильно все говоришь, там лайки ей ставите. Но она вам озвучивает то, что совершенно нелегитимно сейчас на территории РФ. Но не в том смысле, что оно де-юре нелегитимно, а оно как бы де-факто нелегитимно. Понимаете, по факту. Потому что у нас РФ сейчас. И вот это вот ответвление СССРовское, оно не учитывается. Поэтому что бы они там в своих профсоюзах не писали, оно никогда не будет воспринято всем остальным миром. Это только у них там вот в выдуманном мире существует, и оно у них в выдуманном мире легитимным является. Но с ними никто не согласен вообще по всему миру, понимаете? Вообще никто. Но я имею в виду ни одна из стран. Только они так думают, что с ними все согласиться должны. Но никто не соглашается, никому это не надо. Никому это не выгодно вообще. Вы же слышите, что они там, что она там вам рассказывает. Ну кто на это пойдет, кто с этим согласится? Да никто, ни одна страна мира. Им никому не выгодно. Потому вот эти вот все сказки, которые вот она рассказывает вам, это, ну, просто, короче, я не знаю, чтобы вас как-то направить по ложному пути, короче, где вы там своими умами будете цепляться за какие-то ниточки, и это будет вас провоцировать на какие-то действия против сегодняшней власти, чтобы ее свергнуть и тем самым, ну, занять главенство, так сказать, на этой территории, чтобы все вот эти советские написанные вот ими закончики, да, вот эти вот все, чтобы они вступили в силу. Ну да, это можно сделать, но ЕПРСД, как тогда отреагирует на это весь остальной мир? А вы об этом подумать не хотите? Все, конечно, красиво там, да, она говорит. То есть мы там чуть ли не богами будем на этой планете, если все по этой схеме начать реализовывать. Но весь остальной
остальной мир тогда начнет на нас копья свои подымать. А как мы с ними дружно будем взаимодействовать, если там, по ее словам, они нам все должны, они все перед нами должны вообще на колени упасть. Ну а у люди, задумайтесь об этом, что она вам тут вещает. И да, тут просмотров много, у меня-то нету просмотров, видите, да? А у нее-то есть, и лайков куча. Ну вы просто мозги включите и поймите, зачем вам ее показывают, а меня не показывают. Но вы меня, может быть, случайно как-то нашли там, да, вот слушаете сейчас это видео. Ну вам просто, ну вы случайно меня нашли. Вам YouTube меня по-любому не рекомендовал вообще. Вы просто как-то через поиск там на меня вышли или через комментарии где-то как-то. А ее-то вам рекомендуют, понимаете, да? Рекомендуют, типа вот смотри. Видали, да? Вот задумайтесь, почему ее вам пытаются показывать, нам всем ее пытаются показывать. Будет непонятно зачем, да? Это все понятно, люди. Вау, все понятно. Я вам только что это объяснял. Да. Чтобы мы как-то вставали и против РФ сейчас что-то делали. Ну все, пока, короче. Все, я вам высказал, что хотел. Подписывайтесь, лайки ставьте. Ну а что? Что, ерунду какую-то наговорил, что ли? Я все правильно сказал. Комментарии там напишите. Я его Виталию, сука, всего понравился.